А перед началом поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, и тогда твои шансы на легендарку вырастут в два раза. Всем привет, ребят, с вами снова Флиппи, это новый видеоролик по игрушке Brawl Stars, и сегодня мы будем с вами играть в бой с боссом, будем мы играть за Биби. Надеюсь, что сегодня нам удастся хотя бы победить босса, потому что в последнее время, что-то когда я в эту тему играю, всегда сливаю. Короче, погнали, как всегда, ребят, перед началом лайк, подписка, комментарий, колокольчик, все в принципе знаете, ну и я надеюсь, что сегодня мы будем тащить. И также хотел бы рассказать про еще одну тему. Типа внезапно, вот вчера, я не знаю, когда выходит этот видеоролик. Вчера я выпустил на своем втором канале видеоролик про новую игру от Supercell, как я понял, он называется Wars, что-то Rush Wars, да. Я не знаю, что это будет такое, но я понял, что, кстати, блин, у меня так много новостей, так много всякого нового, что вам хотел бы рассказать. Помимо этого, мне еще и нужно записать вот этот видеоролик, потому что я давненько не записывал про бой с боссом, и мне хочется его записать, плюс еще столько новостей. Короче, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, все вот это вот сделайте. Ну а мы приступаем, у нас минимум есть сейчас на видеоролик, я думаю, 10-15 минут, где я все как раз успею вам рассказать вкратце, да, возможно, также и не вкратце, а вообще, ну, нормально так-то расскажу. Окей, начнем с того, что вышла новая игра, точнее, выйдет завтра. Если вы смотрите этот ролик 25 числа августа, то завтра выходит бета-версия, и на моем втором канале также, скорее всего, выйдет видеоролик. Я буду снимать по данной игре, посмотрим, что это вообще такое будет. Не будет ли это чисто проходничком таким, да, и не заменит, я думаю, что это игра Brawl Stars, по крайней мере, поначалу точно. И мы будем играть в свою любимую Brawl Stars, потому что здесь еще куча всего нового можно будет добавить, я думаю, в ближайшее время. Потому что, я уверен, они будут делать новые обновы, все дела. Вот этот Rush Wars, я даже еще к нему не привык, к названию, да. Я думаю, что это пока что еще... Ну, такой долгострой. И что хотел сказать, да, на основном канале, на котором вы сейчас смотрите данный видеоролик, здесь пока ничего не будет. Также, проект с рикошетом, вообще, он вам вообще не зашел, то есть вы про рикошета видосы совсем не смотрите. Я понял, что это совсем уж вам не интересно, да. Так еще и вчера, когда анонсировали Rush Wars, да, вы вообще не посмотрели данный видеоролик, то есть он набрал, я там думаю, ну, 4-5 тысяч просмотров, что, ну, вообще меня не устраивает. То есть я думаю, там, ну ладно, будут набирать ролики там по 7 тысяч просмотров, там, ну, если там за 2 дня все такое, да, вообще не хотите смотреть. Окей, что еще хотел сказать? Блин, еще что-то хотел сказать, забыл. А, хотел бы напомнить, что в VGamers, по моей ссылочке, кстати, в описании, вы можете, ребят, скачать его, перейти. Так, пожалуйста, не умри, ну что вот за идиот? Пожалуйста, только не умри сейчас. Серьезно? Вот, ну, блин, ну что за идиот, реально? Ну, ладно, я слился, потому что я заговорился. Где эти два дауна бегали? Блин, у меня, ребят, сейчас немножечко даже подбамбливает. Ну ладно, проехали. Это, давайте дальше играть, и я думаю, что не буду париться, мне также сейчас пишут ВК, какой сегодня видеоролик странный получается максимально, вообще не про игру Brawl Stars, а вообще про все, что угодно, но только не про нее. Окей. По моей ссылочке VGamers, переходите, вступайте в мой чат, и вы также автоматически, вступая в мой чат и по моей ссылке переходя, вы автоматически принимаете участие в еженедельном конкурсе на 80 гематиков в Brawl Stars, да, я думаю, что, ну, это неплохая тема для вас будет. Также я в VGamers сейчас выпускаю видеоролики, они короткие получаются, но забавные, интересные монтажики, так что обязательно переходите, чекайте, все вот это вот буду делать, буду развивать также свой VGamers, типа, как YouTube. YouTube там будет у меня свой, да, только еще плюс там можно будет початиться и тоже как бы ролики выкладывать. Так, ну и поехали, собственно. Я думаю, что вот этого робота мы сейчас убьем. Это вообще не должно никакого труда составить, но почему-то со мной в первой катке такие лютые челики попались, которые совсем уж играть не умеют. Ладно, давайте продолжаем дальше. Оп, хорошо. Ой-ой-ой, только не убей меня сейчас, пожалуйста. Так, у меня 600 хп. Нужно немножечко, буквально немножечко похилимся. Раз, тычечку, бум. Оттолкнули его, бум. Бум, нифига себе, роботы вроде слабые, это вообще первый уровень, и все равно нас так жестко сливают. Вы серьезно? Вы реально серьезно? Эх, ладно, давайте продолжаем дальше. Но то, что, кстати, Supercell выпускают эту новую игру Rush Wars, я вообще не буду никак писать, вообще, типа, челики. Вот, если вы, ребят, не знаете про Rush Wars, вам пока что и не нужно про него, я думаю, знать. Хотя, ладно, переходите на мой канал второй, подписывайтесь, если вам интересно именно конкретно. Не, вот, я знаю, что большинству все-таки пока что интересно Brawl Stars, Rush Wars не особо прям интересно, но если вам, вы вообще следите за компанией Supercell, то я думаю, что вам нужно подписаться на мой второй канал.
Так, аккуратно. Ах, негодяй, вот только не умри! Ну что за дурак? Ну что за дурак? У нас еще один дурак появился. Ну нахрена, ты видишь, что я слился? У нас второй не появился, чувак, да? И ты бежишь биться с этим роботом. Ну что за дичь? Странно, странный поступок на самом деле. Но я тоже на самом деле еще туплю, потому что только утро я проснулся. Еще я не готов был сегодня записывать видеоролики на самом деле. Так, раз... Ну, ладно, сейчас я не буду тупить, потому что я уже вижу по своим тиммейтам, что это не самые лучшие тиммейты, которые могут быть. И на самом деле, когда я начал записывать, я думал, что это не этот режим. Я ждал режима, где ты охраняешь сейф от робота, но этот я на самом деле не так сильно люблю. Мне нравится вот именно, где ты сейф от робота охраняешь, да. Этот такой проходной, так скажем, режим, он не самый интересный, потому что, ну, когда ты от робота сейф охраняешь, ну, это реально круто, потому что бежит босс, тебе нужно защищаться, а здесь наоборот ты нападаешь. Ну, не знаю, мне кажется, от дефа играть интереснее. Товарищи по команде пали. Так, подождите, товарищ по команде пал. По идее, не все же слились, так ведь? Так, а нет, да, не все слились. Это еще, по крайней мере, меня радует, что хотя бы эту мы пройдем. А то первая катка совсем уж не задалась. Но я думаю, что мы не будем сегодня прям проходить всех этих боссов, потому что, ну, в принципе, таких видеороликов полно. Моя задача только просто именно сегодня в это поиграть, потому что, ну, я за Биби вообще, в принципе, в это не играл, и мне просто интересно, что будет. Оп, ну все, первого мы размочили, это было довольно легко, довольно просто. Ну, и, кстати, напишите, ребят, вообще, вы хотите продолжение... видосов про рикошета. Я не знаю, продолжать мне, не продолжать данную рубрику, прокачивать рикошета, не прокачивать, но как я понял, что вам рикошет вообще не особо интересен, поэтому, ребят, я даже не знаю. Посмотрим, что мы будем дальше развиваться, но видосики такие пока что возможно будут выходить, а возможно и нет. Кстати, я заметил, знаете, что еще, какую тему, что колесо вам все-таки нравится, то есть да, оно не супер прям много собирает просмотров, но люди, которые давно на меня подписаны, вы прям очень хорошо отнеслись к тому, что я вернул на свой канал колесо формат, поэтому я буду его продолжать снимать. Мне его самому его нравится снимать, да, его там долго монтировать, да, его дольше времени занимает снимать, но это реально топовый формат, и я думаю, что мы его, собственно, вернем, будем продолжать. Так, ну-ка, раз, тычечку, два, тычку, ой, нет, у меня все сейчас эти, опять челики все падут, но... Смотрите, он уже начал бегать, но, в принципе, это все тот же робот, ничего еще особенного не происходит. Ну, и, кстати, ребят, пишите, как вы думаете, вот, игра новая, Rush Wars, давай, у нас сегодня реально много тем, много что можно, про что написать в комментариях, ваше мнение, как бы спросить, да, как вы думаете, вот, давайте, я сейчас прям все три вопроса составлю, как вы думаете, Rush Wars, эта игра прям станет популярной, она станет настолько же популярной, как Brawl Stars, допустим, да, потом, второй вопрос, стоит ли мне снимать ее на данный канал или оставить на втором? Я думаю, что все-таки лучше на втором. И вообще, интересен вам персонаж Рикошет? Мне кажется, что Рикошет, я его уже столько снимаю, то есть два выпуска снял, я про него говорил в других выпусках, но все равно что-то вам как-то неинтересно, поэтому, наверное, мы будем закрывать данный проект, будем снимать именно пока что только колесо, всякие форматы, которые выходят по выходным, ну и просто всякие видеоролики, но конкретно почему-то, вот вообще, даже про Мортиса я помню, я снимал, и сейчас, кстати, у меня завтра выйдет про Мортиса, да, я уверен, что про Мортиса вам больше понравится, я не знаю, почему Рикошет такой непопулярный персонаж, вообще, вот вообще непопулярный, хотя... Поначалу вроде бы даже он как-то... Хотя нет, он вроде бы никогда особо не был популярным. Всегда были легендарки, мифики, но... Эх, жалко, ребят. На самом деле очень хотелось снимать эти видосики, но... Так как вам совсем уж не интересно, то нет. Так, что-то... Я один остался, вы серьезно? Я один? Ну нахрена меня было одного оставлять? Я даже не... Я вот в самый последний момент увидел, что я один остался. Давайте, ладно, последнюю делаем каточку. Это будет уже точно последняя. Совсем что-то у меня не заходит именно бой с боссом. Да, ну же, я надеялся, когда вот я сейчас сел записывать. Я думаю, что это тот режим, где... Мы играем против не одного босса, вот этого большого робота, а играем, защищая свой сейф. Этот режим мне больше нравится, он намного интереснее. Я не знаю, зачем они добавили вот этот, и лучше бы они чередовали, типа, большая игра, защита сейфа от босса. Этот такой, на самом деле, скучноватый, потому что здесь даже... Боксы не пофармишь, здесь ты идешь всего лишь что на один тикет. На один тикет скучно играть. Интересно, когда ты ставишь большую ставку, допустим, 20 тикетов, и ты надеешься сейчас их не слить. Собственно,
Эх, ну ладно, все равно, хотя бы хоть что-то они сегодня по воскресеньям, ну, по субботам, воскресеньям добавляют, а то реально было совсем уж скучно. И, кстати, я пока что сейчас развиваю свой аккаунт, и, смотрите, у меня, блин, дофига, на самом деле, запланировано видосов, то есть я запишу сегодня, считайте, вот этот ролик, потом про Мортиса, я интересный в Brawl Ball заснял, и также скоро у меня 10 тысяч кубасиков, я знаю, что это не супер, сейчас очень круто, типа, 10 тысяч кубков, когда у некоторых людей уже там... по 30 кубков, да, но все равно я думаю, что это нормальный будет видеоролик, и вам обязательно понравится, потому что я знаю, что... Вот смотрите, кстати, еще одна тема для обсуждения. Они добавляют новую игру, делают, хотят туда людей перетянуть в эту новую игру, да, при этом вот даже я, допустим, игрок, уже почти, ну, можно сказать, да, уже год, считай, играю, или люди там играют только лишь по полгода в Brawl Stars, да, и еще многие не прокачались, а они уже новую игру делают, где... на которую нужно будет тратить время, дальше развиваться. Ну, это на самом деле странный поступок, странное решение, как мне кажется, с их стороны. Поэтому фигня какая-то на самом деле получается. Но я все равно, я не буду бросать Brawl Stars, потому что я здесь еще до конца не развился, а они реально уже новую игру добавляют. Это вообще странная тема. Что-то у нас сегодня вроде бы должен быть видеоролик про бой с боссом, а мы обсуждаем про новую игру Rush Wars. Но ладно, все равно. Я думаю, что это тоже интересно, потому что, ну, все вы люди, я знаю, типа, ну, большинство все-таки людей следит за мной не только из-за Brawl Stars, но потому что вы следите за Суперселлом и за вообще развитием моего канала. Огромное спасибо, вот кто смотрит все мои видеоролики, вот это просто красавчики. Да, я знаю, что вас не так супер много, то есть где-то 5000 людей, но вот вы реально самые крутые и преданная аудитория, которую только можно, ну, было получить и заслужить. Так, хорошо, давайте мы сейчас раз... тычечку, еще тычечку! Ну-ка, мочим, собственно, робота. Ладно, ну с роботом, я думаю, мы сейчас расправимся. У нас Тима хоть... У нас танков нету, но и, наверное, это только плюс. Потому что, как вы поняли, в предыдущих катках какие-то у нас танки были вообще уж, ну, даунизм. Просто там, я не знаю, у них был. Так, ладно, давайте мы пойдем сейчас сюда. Нормально, нормально, нормально. Ну-ка, ну бейте вы уже его, добивайте. Я уже не хочу с ним играть, потому что, ну, скучный этот робот. Мне реально нравится, когда вот именно сейф, потому что там просто на тебя все набегают, как в зомби-апокалипсисе. А здесь просто, ну, робот так робот. Так, пожалуйста, только не умри, только не умри. За сколько мы его размочим? 3 минуты. Блин, долго, реально 3 минуты стратить на данного робота. Нужно, чтобы у нас был какой-нибудь Фрэнк или Пэм. С этими персонажами можно было бы дольше продержаться, но я взял Биби только за счет того, что я именно испробую всех персонажей вот в этих режимах, да, за которых люди не играют и за которые, ну, которые, за которых ты особо не поиграешь и которых даже сложно, мне кажется, представить в данных режимах, да, потому что, ну, в эти режимы особо не заходят, там, с Биби, да, или... Так, меня сейчас загасит этот черт! Пожалуйста, только не умрите. 4% хп, я помню, что у меня один рот по... данному режиму, в данной рубрике у меня был один такой видеоролик, где я не помню, за кого играл, и там я помню точно, что это был Кольт, который взял вот так вот закосячил на 1%, когда мы с моим союзником еще одним пали, да, он просто взял и слился, то есть он взял, пошел слился, у него остался 1%, и мы играли 5 минут, вы сами понимаете, как я тогда жестко бомбанул. Ну все, ребят, вот такой вот видеоролик получился, надеюсь, он вам понравился, ждите новых видеороликов, и также скоро 10 тысяч кубков на моем аккаунте, чекайте, скоро уже откроем мега ящик. Так, ну-ка, чекаем. Блин, не мешайте мне, пожалуйста, вот. Скоро 10 тысяч кубасиков, давайте мы рикошета уберем. Закроем его как эпоху, в принципе, и поставим, давайте, Биби пока что, да. Все, всем спасибо, что смотрели, с вами был Флиппи, всем пока.